Активно продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги в деревне Кобяково. Протяженность объекта около 1,5 километра. Ведется устройство водоотведения, устройство тротуаров, уширение проезжей части до нормативных параметров, естественно, с полной заменой покрытия. Обустраиваются водопропускные трубы, защищаются газопроводы, которые расположены в теленасыпи. Глава муниципалитета Андрей Иванов встретился с жителями. Обсудили ход ремонтных работ. Также руководитель округа взял в работу и другие пожелания населения по благоустройству поселка. Тротуар хотелось бы очень по областной дороге, там буквально еще 10 метров до автобусной остановки. 10 метров мы поехали. От поворота до поворота, да, до остановки. Да, пожалуйста. Вот недавно там асфальт клали. Дети ходят по этой дороге. Я понял. Жители поселка Кобяково просили обустроить пешеходные зоны. Их просьбу услышали. О дорожной безопасности они теперь могут не волноваться. Помимо тротуара также появится барьерное ограждение. В конце ноября ремонт автодороги будет завершен. Все работы идут по графику. Эмилия Аркелян, телекомпания «Одинцова».